За 30 секунд на такой вопрос не ответишь. Вообще, я бы, конечно, отменил институт налоговых агентов. Мне кажется, что наиболее... Наиболее плохое, что есть в нашей законодательной системе сейчас, это то, что граждане не платят налоги, а налоги платят за них работодатели. Собственно говоря, поэтому, когда русский человек говорит, я как налогоплательщик хочу того-то, над ним хочется посмеяться, потому что какой-то к черту налогоплательщик. Вот, наверное, это первое, с чего бы я начал, после чего меня сразу же выгнали бы с поста президента.